закончили проклейку вибро-материалами, проклеили первый слой в двери, все прокатали валиком. Задняя дверь, проклеена передняя дверь пассажирская. Все четыре двери закатаны вибро-материалом. Также проклеили салон. Все тщательно прокатали валиком. Такой у нас ковер получился из вибро-материала. Все проклеено и прокатано. Закончили проклейку багажника. Арочки у нас проклеены усиленным материалом. Материал предварительно разогревается. И при проклейке прокатывается, соответственно. Толщина материала на арках 4 мм. Проклеены крылья. Арки изнутри. Все закатано вибро-материалом. Такой у нас получился теперь багажник. Продолжаем работу